Отопительный сезон продолжается. Отсчет плюс 8 на протяжении 5 дней, необходимых для отключения батарей, начали с понедельника. То есть тепло в квартирах отключат к выходным, если погода опять не испортится. Продолжает разбираться и в ситуации с перебоями тепла в квартирах соцгорода. Энергогенерация увеличила объемы теплоносителя, и ситуация несколько улучшилась, хотя, в принципе, обращение граждан не имеет места по настоящее время. С похожей ситуацией, но в другом районе города, разбиралась специальная комиссия. У нас проблема встала сейчас по дачному поселку. То есть там диком в понедельник, даже в воскресенье, то есть пока не можем установить, когда прекратится циркуляция, отключено отопление и отсутствует температура головы ниже 30 градусов. На штабе вновь подняли тему долгов ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками тепла. Помимо управляющих компаний, ответственность за сложившуюся ситуацию несут и более крупные потребители голубого топлива. Сегодняшний день долг ресурса перед ООО «Газпром» – это 98 миллионов рублей с учетом сегодняшней оплаты. А долг площадки «ДАЗа» перед ресурсом – 96 миллионов рублей, в свою очередь. Чем вот мы собираем соцсферу, сады и школы, там задолженностью 7 тысяч рублей, надо их вызывать каждый раз, потому что скоро нас будут теребить достаточно серьезно уже. Пока газовики терпеливо ждут. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.